Здравствуйте, мои прекрасные зрители. Приветствую вас на своем канале. Наверное, сейчас будет идеальный звук. Просто идеальный звук. Обожаю записывать в машине, но это видео будет очень короткое. На самом деле, оно адресовано всем тем обладательницам вьющихся волос, вот таких пористых волос. В любом случае, волос любых разной длины, разного цвета, которые очень сильно реагируют на влажность. Я не знаю ни одного средства промышленного производства, но я и давно подобные вещи не покупала. Возможно, они существуют в продаже, а возможно и нет, которые бы помогали мне предотвращать именно тот эффект, который имеют влажные, точнее, которые имеют вьющиеся волосы при соприкосновении с туманом, например, когда мы выходим и на улице просто дождь, но мы под зонтом, очень-очень влажно. В общем-то, любая обладательница подобных волос меня поймет. В двух словах скажу, я много раз об этом рассказывала и прямо-таки не перестаю удивляться, но самая обычная рисовая вода, ополаскивание рисовой водой, либо, как делаю я настаиваю рисовую муку плюс амла, но здесь амла не имеет никакого отношения, только рисовая мука, которая разводится с водой, настаивается примерно сутки, можно полсуток, половину суток настоять, наношу потом перед мытьем головы на волосы, совершенно точно избавляет меня от пушащегося эффекта, и я могу иметь наконец-то локоны, а не просто такой одуван вокруг своей головы. И могу сказать также, вылетела моя мысль, также могу сказать... Вспомнила, что хотела сказать. Я хотела сказать то, что я не мою волосы потом шампунем, либо делаю это раз через раз, либо два раза. Вот прямо-таки наношу маску из амлы плюс рисовая вода. Этого достаточно, потому что рисовая вода, рисовый настой из муки, он будет очень хорошо вам очищать голову, тем более, если вы будете использовать глину для придания объема, как делаю я, то, в общем-то, вам не понадобится шампунь, по крайней мере, первые 2-3 раза. Потом, возможно, я мою шампунем, чтобы волосы были рассыпчатые, потому что глина, она очень сложно смывается с волос. Но могу сказать, что никакой проблемы с жирностью у меня совершенно точно нет. И плюс, как бонус, точнее для меня, наверное, это основное, я получаю как раз-таки вот такие локоны. Возможно, кому-то и не покажется, что это локоны, но для меня, на самом деле, это вау-эффект, который я имею при той влажности, которую я показываю иногда в своих видео. У нас прямо-таки туман стелится с утра, иногда этот туман остается до 12 часов дня, и много раз в своих видео я показывала, какой сильный у нас туман. Поэтому, если у вас такая сложность, имейте в виду, что совершенно точно нанесенная на час до помывки, а потом необходимо просто хорошо сполоснуть волосы теплой водой, состав из рисовой муки на волосы решит вам эту проблему совершенно точно. Всем желаю красивых причесок, легких причесок, и увидимся очень скоро. Это была Яна Скворцова, всем пока-пока!